Всем привет! Это видео о жизни участниц шоу «Холостяк» 7 сезон после проекта. Что у них изменилось? Начну с Насти. Настя не скучает по Антоше. Ждет не дождется, когда откроются бары, чтобы идти с подружками кадрить мужиков. Пока был карантин, Настя сидела дома, зарабатывала деньги на рекламе в Инстаграме. Знаете, что объединяет всех участниц шоу «Холостяк»? Они все рекламируют Linux. Сапият как была востребованным врачом, так ими осталась. После шоу Сапият столкнулась с тем, что ее начали осуждать за участие в шоу. Типа религия не позволяла это сделать. Сама же девушка не жалеет об участии в «Холостяке», говорит, что оно того стоило. Даша снялась в клипе рэпера Фараона. Призналась, что на карантине очень скучает по фотосъемкам, хотя раньше их не любила. Полина Гренц. Не могу сказать, что проект сильно повлиял на жизнь девушки. Слава и подписчики у девушки были и до шоу. Парня Полина пока так и не нашла. На карантине Полина привела мысли в порядок. Сейчас девушка занимается тем, что худеет и примеряет на себя разные образы. Олеся Романо заинтриговала своих подписчиков в Инстаграме. Возможно, у Олеси наконец-то появился мужчина. После двух шоу Олеся вернулась к своей привычной жизни, а ее жизнь – это съемки. Насколько я поняла, Олеся покинула Россию. Милана занимается сыном и собой. Девушка пошутила, что у нее с Лизой Адаменкой роман, но похоже, что девушка просто вместе тусуется. О Лизе. Помним, что на проекте ради Антона Лиза поменялась. Девушка стала спокойней, перестала пить, а после шоу Лиза вернула их к своему привычному образу жизни. По крайней мере, так считают ее подписчики. Вика Чума. Вот на кого точно подействовал проект «Холостяк» – это на Вику. Вика стала более женственной, хочет нравиться. В остальном, конечно, Вика осталась прежней, и это хорошо. Так как Вика очень классная, доказательство тому, что не Вика подписана на Антона, Дашу Клюкину, Дашу Квиткову и многих других знаменитых людей, а они на нее. Барбара – победительница шоу. Барбара с Антоном до сих пор вместе. Они счастливы, живут вместе, и я за них очень рада. А на этом пока все. Подписывайтесь на канал. До скорого!